если вдруг вы увидите забытое озеро, никогда не спускайтесь на него плавать на лодках, потому что с вами может произойти это! Не приближайтесь к нам! Уходите отсюда! Серёж, аккуратнее! Что творим, бро? Меня зовут Серкионис, и это срочное включение банда! Только что мне позвонили на мой телефон и сказали, что недалеко от нас в озере живет реальная банда клоунов! И мы сейчас отправляемся туда! Я взял дрон и лодку, чтобы спуститься на это озеро и заснять этих клоунов! Это будет полная жесть! Погнали! Окей, банда, мы уже на месте! Вот это озеро! Просто посмотрите, какое оно огромное! Быстрее идем, где-то здесь банда клоунов! О, господи, пока что никого не видно. Оно реально очень огромное. Окей, тем не менее, банда, я думаю, что нужно надуть нашу лодку, чтобы мы смогли выплыть где-то в середину. Возможно, так мы будем приманкой клоунам. И также где-то уже в середине озера запустим наш дрон. Окей, лодка готова, вот дрон. Осталось только выплыть на середину, чтобы быть приманкой этим клоунам. И снять их, возможно, с нашего дрона. Очень надеюсь, что все получится, но тем не менее, встретимся уже на середине. Просто посмотрите, как далеко мы заплыли. Тем не менее, давайте уже быстрее запустим наш дрон, потому что скоро будет темнеть, и мы, возможно, даже ничего не успеем снять. Окей, надеюсь, вы готовы, давайте его запустим и просто взлетим вверх. Это просто жесть, банда, вы только посмотрите. Окей, дрон запущен. Где-то здесь должны быть эти самые клоуны. Просто посмотрите, вот это мы, банда, вы видите нас. Привет, дрон. Это просто жесть, банда, мне не верится. Я впервые, кстати, сегодня с руки запускал дрон. Тем не менее, давайте уже будем улетать. Где эти клоуны могут здесь жить, я без понятия. Но все так кричали, что здесь какая-то банда клоунов. Я даже не знаю, как это понимать. Сколько их, двое, трое, 10. Нужно все это разведать, банда. Тем более, что ранее мы уже снимали клоунов-убийц. Окей, я уже взлетел очень далеко. И пока что я не вижу никаких домиков клоунов. Мне почему-то кажется, что их домики должны быть разноцветными. Или же, возможно, они живут в пещерах. Пещера где-то около этого озера. Но все же, банда, я еще надеюсь, что нас не обманули. Эти клоуны реально здесь есть. Пока что я не вижу ничего похожего на клоунов. Даже никаких следов нету. Нету никаких домов. Я даже не знаю, как здесь может жить огромная банда клоунов. Тем не менее, пока что давайте просто облетим все через территорию. Господи, как же здесь красиво. Но все же, банда, здесь живет опасная банда клоунов. Окей, я, кажется, что-то вижу. Там на берегу есть какая-то машина стоит. О, черт, банда, там реально машина. Что если это машина этих клоунов? Быстрее нужно подлететь туда. Это просто жесть. Господи, интересно, кто там? Какие-то люди. Это не совсем похоже на клоуна. Они просто стоят и что-то делают. О, господи, кажется, они заметили наш дрон. Нужно быстрее улетать, чтобы не было никаких проблем. Потому что это были обычные люди. Не думаю, что банда клоунов бы снимала с себя костюмы, снимала маски, чтобы просто так здесь поплавать. Окей, тем не менее, я пока что отлетаю. Господи, какая красота. Возможно, эти клоуны живут в этом лесу. Он реально очень большой. О, черт, если они живут в лесу, мы их никогда не убедим. Потому что мой дрон никак не сможет залететь в лес, внутрь этого леса. Это будет очень трудно сделать. Окей, давайте полетим дальше вдоль этой реки. Немного солнца заслепливает дрон, но все же более-менее все видно. Окей, я не вижу ничего. Пока что пустое озеро, только мы на нем на этой лодке. Но больше ничего нету. Очень надеюсь, банда, что нам повезет найти эту банду клоунов. О, господи, какая-то дорога. Кстати, по этой дороге приехали мы. Здесь все еще не приехала ни одна машина. Как вообще узнали этой банде клоунов? Мне почему-то все еще кажется, что нас обманули. Окей, тем не менее... Нету ничего, никаких лодок, никаких клоунов, даже никаких шариков от клоунов нету. Это все очень странно. Или же, возможно, они так хорошо прячутся, чтобы их никто не увидел. Но все же, банда, давайте продолжим летать. Попытаемся найти их пещеру, если она здесь, конечно, есть. Но я ничего не вижу. Возможно, в этих деревьях справа. Но мне кажется, нет, это просто деревья, там ничего нету. О, господи, как далеко лететь? И там уже дома. Вряд ли банда клоунов будет жить где-то около домов. О, погодите, что это? Какой-то сарай такой огромный. Возможно, они здесь, живут именно в этом сарае. Но я не вижу никаких следов жизни. Заброшенный сарай, какие-то заброшенные будки, ничего нету. Это очень странная банда. Окей, давайте все немного рассмотрим. Итак, здесь есть какой-то гараж. Интересно, что под ним? Хотя нет, он полностью закрыт, мы никак в него не залетим, это так жаль, банда. Окей, еще какой-то сарай, просто жесть.
Там еще что-то валяется. Это не похоже на что-то клоунское. Скорее всего, что здесь живет обычный фермер. Вряд ли здесь есть какой-то клоун. Неужели нас просто обманули, Бадды? Мы зря так быстро сюда ехали. Так жаль за всем этим наблюдать. Здесь просто живут обычные люди. Какая-то яма, посмотрите. Что в ней? Что-то лежит, но ничего не понятно. Возможно, клоуны скидывают сюда своих жертв. Это просто жесть. Но я не видел там ничего. Я не вижу ничего около этого здания. Там еще какая-то загородь есть. Но я не думаю, что клоуны здесь живут. Здесь просто какая-то фермерская хижина и больше ничего. Здесь просто живет какой-то фермер. Нету смысла здесь ничего облетать. Мы здесь ничего не найдем. И нужно уже скорее отлетать отсюда. Окей, я лечу уже к нам, банда. Здесь нету смысла ничего снимать. Надеюсь, что мы все-таки заснимем эту банду клоунов. Я что-то вижу. Что-то есть прям там. О, господи, быстрее нужно подлететь туда. Здесь какой-то мост. Их что-то стоит. Или кто-то, что это? Коровы. Это всего лишь обычные коровы. Похоже, что это и есть тот самый фермер. Это, возможно, его был склад. Не думаю, что клоуны пасут коров. Это очень странно. Окей, отлетаем быстрее дальше. Потому что в нашем дуре не так уж и много батареи еще осталось. Черт возьми, неужели нас реально обманули? Зачем все это? Какой-то хейтер нам позвонил и сказал, что здесь живут клоуны. И мы сразу же выехали сюда. Окей, вот я сижу, управляю дроном. Но все же, банда, давайте лететь дальше. У нас не так уж много заряда. Итак, возможно. Возможно, они где-то за этими деревьями. Там есть какая-то дорога, она куда-то ведет. Возможно, если лететь по этой дороге, мы прилетим к хижине этих клоунов. Но я пока что ничего не вижу. Я так понемногу облетаю, и ничего нету, я никого не вижу. Обычные дороги, обычные поля. Неужели нас реально обманули, банда? Черт возьми, мы приехали так много километров, чтобы прилететь сюда. Это ужасно, нас реально обманули. Окей, банда, не знаю, что делать дальше. Давайте продолжим летать. Уже высадим всю батарею. Окей, банда, я пока что не вижу никаких клоунов, о которых так все страшно разговаривают. Здесь буквально никого нету. Мы облетали почти все озеро, я никого не вижу. Вот уже мы, банда, видите нас? Это просто жесть, я не понимаю, почему все так говорят о тех, кого даже не существует. О, посмотри, что это? Кто это? Посмотри, это клоуны, ты видишь? О, господи, это они! Они охотятся на нас, они реально существуют, банда, вы только посмотрите на них! О, черт, я попытаюсь как-то аккуратно к ним подлететь. Это такая жесть, банда, вы только посмотрите! Это и вправду они! Это те самые клоуны, о которых рассказывают! Какие же они стрёмные, вы только посмотрите! И один нам что-то может, который плывет к нам! Только нет, они хотят нас убить! О, господи, банда, я просто в шоке! Они реально как-то страшно настроены! Я надеюсь, что мы сможем выбраться! Почему они хотят нас убить? Мы же ничего им плохого не сделали! Это ужасно! О, господи, нет, проваливайте! Это жесть, банда! Они так близко! Я не знаю, что делать! О, господи, вы только посмотрите на них, банда! Они ужасные! Они реально очень страшные! Проваливайте, клоуны! Это такая жесть! Иди отсюда! О, господи, ты видишь это, Настя? Да, я вижу, мне очень страшно. Это такая жесть, вы только посмотрите на них. Они преследуют нас, они вокруг нас. О, господи, это самый страшный, только посмотри на него, мы уже увидели ранее. Господи. Тот же самый клоун, что на заправке. Уходи отсюда. Банду. Это просто жесть, банда, вы видите это? Мне просто в это не верится. Проваливай отсюда. Да, о, уходи. Господи, нам нужно скорее отсюда уходить, а то иначе нас поймают и убьют. Это очень опасное место. За теми кустами, почему мы их не видели? Мне проваливай очень страшно. Отсюда. Он очень страшный, только посмотри на него. Уходи отсюда. Да что же это жесть? Просто жесть, банда, вы видите это? Не приближайтесь к нам. Уходите отсюда. О, черт, нужно сбегать. Нас иначе нас убьют. Что он делает? Он брызгается. Только нет, они подплывают к нам. О, господи, уходи. Я пытаюсь, что-то смешно, мы не зависли. Не надо, пожалуйста. О, господи, это просто жесть, банда, вы видите это? Они этот станет нас. Они слишком близко. Все, посмотри. О, господи. Просто жесть, ты видишь это? Нет, пожалуйста. Они очень опасны. Банда! Нужно срочно улетать отсюда, иначе они нас убьют! Это просто жесть! Я пытаюсь уплыть! Нет, нет, не надо! Нет, проваливай, что ты делаешь? Нет! О, господи! Господи! Не надо, пожалуйста! Быстрее! Будь аккуратней! Мы сейчас перевернемся! Это! Господи! Это просто! Посмотри, он здесь! О, господи! Проваливай отсюда! Черт, ты только посмотри на это, Настя, они реально очень страшные. Мне просто в это не верится, банда, если тебя не убили. Ты только посмотри, нет. Не приближайся. О, господи. Не надо, пожалуйста.
Черт, посмотри на него! О, Господи! Что он делает? Это такая жесть банда, мне просто в это не верится! Не надо, пожалуйста! Просто жесть банда, вы видите их, они реально очень страшные! Нет, не приближайся! О, Господи, не приближайся! Просто посмотри на него! Не надо, пожалуйста! Что ты делаешь? Отстань от нас! Ай, Господи! Ай, аккуратней, Сережа! Господи, просто жесть! Нужно быстрее уплывать от них! Это ужасно! О, Господи, банда, вы только посмотрите на это! Они нас сейчас убьют, если мы отсюда не убежим! Но пока мы на нашей лодке, мы в безопасности! Главное, чтобы они нас не скинули! О, Господи, вы только посмотрите, какие они страшные! Пока не вдалеке, могу немного их снять! Это такая жесть! Вы только гляньте, какие они! О, черт! Раньше одного из них мы уже видели на заправке! Второго мы видим впервые! Это просто жесть, банда, вы видите это! Сережа, аккуратней сзади! О, черт, давай быстрее будем уплывать! О, Господи, что он делает? Посмотри на это! Он хочет нас тянуть в воду, чтобы мы задохнулись! Уходи! Это просто, ты посмотри! О, Господи, только нет, отстань! Отстань от нас! Отстань! О, Господи, посмотри, что он делает! О, Господи! Сережа, аккуратней! Аккуратней! О, Господи, сейчас упаду! Это просто жесть, нужно быстрее уплывать отсюда, банда! Просто посмотрите! Нашу лодку уже заносит понемногу, нужно быстрее уплывать, доставать якорь! Вот якорь, банда, просто посмотрите! Быстрее уплываем, держи, управляй дроном, отдай камеру! Ну, хорошо! Это просто жесть, Настя, посмотри, какие они страшные! Я пытаюсь уплыть! О, Господи, быстрее! Отстаньте от нас, клоуны! Мы ни за что вам не отдадимся! Это такая жесть, банда, вы видите это? Они реально очень страшные! Мы чуть ли только что не погибли, быстрее отплываем отсюда! О, Господи, быстрее вылезай! Это просто жесть, банда, вы видели это? Они оба здесь! Этот клоун и этот, они очень страшные! Проваливай отсюда, нет, отстань! Быстрее, Настя! О, Господи, что ты делаешь? Это просто жесть, нет! О, Настя, аккуратней! Держи камеру, Господи, быстрее! Давай, быстрее, жесть, Сереж! Банда. Просто посмотрите на них! О, Господи, черт! О, быстрее провалим в машину! О, черт, банда, это просто жесть! Они реально там! О, Господи! Быстрее, быстрее, гони! Это просто жесть! Они уже вылезли, банда, посмотрите на них! О, Господи, это реально клоуны-убийцы! Вы видите это? Они гонятся за нами! Быстрее, гони! Это просто жесть! Посмотрите на них! Мне просто в это не верится! О, черт, скорее уезжай! Это просто жесть, банда! Вы видели этих клоунов? Они ужасные! И они чуть ли нас не убили! Били. Тем не менее, вот комменты от прошлого видео просто какие-то шикарные, идеальнейшие комментарии. А бро, если вдруг ты хочешь попасть в следующее видео, всего лишь нужно опуститься ниже, нажать лайк, колокольчик и все, бро. Ты уже в новом видео, лайк, колокольчик, твое видео бандит. И также, бро, помни одно, оставайся таким шикарным, пока!